Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин. Здорово-здорово, дорогие друзья, с вами Булкин. И добро пожаловать на новую серию по Forza Horizon 4, а именно Колесо Фортуны. Колесо Фортуны, поле чудес, со мной сегодня... Чё, кого, бро? Чё, кого, бро? Меня зовут Фрэш. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока. Ну да, мне ставьте лайки, друзья, подписывайтесь на мой канал, Фрэш, ну, хуй знает. Короче, ребят, Колесо Фортуны, и как вы думаете... Благодаря кому? Благодаря кому? Сегодня так поздно выходит серия. Так поздно выходит серия. В смысле? Чё? Потому что, не надо. Я тебя... Так, 19:39, время по Москве, друзья. Посмотрим, во сколько серия будет опубликована. В 11. Ну, может быть, плюс-минус. Так, ребят, мы начинаем. Значит, сегодня у нас гонка, драк и прыжок. Прыжка не было давно. Согласен? Согласен, все. Супер велспинов нет у тебя, случайно? Нету. Крутишь? Да. Ты готов? А, у нас 1-1. 1-1. Я кручу. У нас 1-1. Ты готов побеждать? Я кручу. Я тоже кручу. Я тебя помнишь? Я кручу тебя на ху... Ну, ты понял. 160 тысяч. Мне выпала тачка. А мне 160к. Прям для прыжка, вот, блядь, только... Я сейчас стримлю в инсте. А, да? Мы снимаем, короче, Саньку... О, мне 200к, можете зайти ко мне посмотреть. Я сейчас стримлю. Ты реально в инсте? Хуя, вы видали, какой он хитрый, блядь? Свой инстаграм пиарит, сука. А я не назвал, что Петровчик, ой. Ребят, Булкин с ПВ там. Ну, Петровчик тоже может, он там, да. Ну, хотя, ты ничего не выкладываешь все равно. Мне чуть ХСВ не выпало. Ты никуда не зовешь. А мне Honda NSX чуть не выпало. Да, ну давай. Мне 5000 выпало. У меня пока одна машина. Она пойдет для прыжка, наверное. У меня... А что у нас сегодня? Блин. Прыжок, гонка и драк? Да. You're right. Блять, сука, а где... мне бабки падают, алло. Бабки, бабки, не проблема. Так, все. И последний. Бабки, 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 бабки! У меня сегодня... Блять! Я что-то не знаю, просто рада. Хорошее настроение, друзья. Надеюсь, у вас тоже хорошее настроение. Поедем сегодня шавуху жрать и баб цапать. Вот я шавуху, помнишь, как в 91-м съел, а ты... Ой, мы тут с тобой недавно шавуху одну похавали, что-то херовое было, да? Ой, блядь, да. Я, у меня выпало все. Я пошел. Мне одна... Ой, а мне картинг выпал. Ну, не бери. Вот это бак моно, который... Бррр, бак моно. Давай, его крути. Почему у них, кстати, выпадают быстрее машины? Вы замечаете, ребят? Вы замечаете? Замечаете. Замечаете, что мне автопроизводители как бы подсовывают тачки? Так, ребята, в жизни ребята, бы ребята. Тебе так подсовывали тачки. Кстати, неделя Колеса Фортуны продолжается, если что. Как? Да, и, кстати, пошел на... Ой-ой-ой, как ты меня оскорбляешь-то, зачем ты так, а? У меня джип в Москве. Блин, кстати, ты уволен, кстати, пошел... Пошел на... Бля, охуенное было время, это какой 12-й год, 13-й. А, короче, чё? Сука, 190 тысяч, да хорош, мне бабки сыпят. Я с прыжка предлагаю начать, хочу прыгнуть так, что... Помнишь, я на тебя прыгнул один раз, блядь? О, да. Сломал тебе все нахуй, блядь. Да. Ты аж треснул пополам. Так, ладно, я беру этот свой... свой Форд. Мне одна машина выпала. У меня Форд, знаешь какой? Форд F-150. Мне одна машина и картинг выпал. У меня Форд F-150 для прыжка. Прикольно. Да. Так, обычная, ну, зеленая кепи, одежда. Чё, Kia зеленая выпала? Легендарные розовые мотоботинки, одежда. Офигенно, спасибо. Редкая атласный жилет, одежда. Ну что, ты готов мой Форд угадывать? 10 тысяч, спасибо. Так, берем для дрэга. В смысле, чё там у тебя, нихуя что ли? Да, у меня одежда и бабки сыпятся. Блин, я знаешь, что вспомнил? Чё? Не помню, какой год был на дворе. По-моему, 1703. Помнишь, мы Питер с тобой основали? А, да-да-да-да-да. Возле Петропавловки, когда ты гонял, ты еще слово. Да-да-да, я гонял на лошадке. Да. Помнишь, я еще, бля, да. Я хотел ее это, а ты сказал, бля, это лошадь. Я говорю, ну и что? Ты говоришь, ну блин, ну как такое? Так, ладно, вот это вот, судя по мощности, самое мощное, да? Все. Ну, можно ведь машина выпадет? Алло! Я ри ты, блядь! Что орешь-то, блядь? Ну чё? У тебя сколько? Две машины? Одна, вторая выпала картинг. Блять, ты я просто не ударить, просто, блядь. Сыдобаба. Давай, может, пока, ну, со времени тянуть, будешь угадывать мою машину. Ага, потом что делать? Потом я буду ждать тебя. Не, ну сука. А как? Что? Что такое? О, нихуя, он какой красивый. Ебать. Ебать, так, он красивый. Выпала тачечка. Вторая, да? Да, наконец-таки. О, так, для прыжка, я думаю, самое опа. Для прыжка. 4 на 4. Мне выпала еще одна тачка. Как ты ее оценишь? А? Ну давай. Сейчас у нас прыжок? Прыжок, прыжок. А, тебе капзда, лол. В прыжке, да? Да. Рассказываю про свою машину, можно? Позвольте. Ты расскажешь или я? Да, я расскажу, быстро. А где у нас прыжок будет? Давай я рэп зачитаю про тачку свою. Давай, зачитаю сейчас. Готов? Сниму только и пойду закапаю нас, ладно? Кого, блядь, закапаю? Все, давай. Куда ты съебался, слышь? Я рэп... Вот так он со мной. Ребят, вы слышите, да? Просто съебался, понимаете? Вот. Ну как бы, это разве друг?
кореша разве так делают, блядь? Закапывают разве себя, когда я рассказываю про машину? Все, не будет никакого рэпа, короче. Блин, слушайте, ну я, наверное, я сегодня победю, побежду. Я более чем уверен. Вы заметили, я одним и тем же маршрутом, кстати, еду, когда выезжаю тачку тестировать. Че он там, закапывается или нет? Смотрите, пацаны, бэквард. Блять, не рассчитал чуть-чуть, но так было прикольно. 0-0-66, это означает то, что у Фреша 0 очков, а у меня 66. Ой, у меня лидером не сделал, вот урод, блядь. Пиздец, так и знал, что не сделать для лидера. Алло! Ребят! Ну что, вот реально, что он себе позволяет? В прошлой серии скримеры впускал. Впускал. Теперь он, блядь, просто съебывает во время колеса фортуны. Мне кажется, так, что я можно... тогда все слышал, вообще-то я здесь находился, просто молчал. Блядь, ты закапывал себе в писюн там, блядь. Ага, ты слышишь, как у меня до сих пор гнусавый, ну, гнусавый, голос? Блядь, ты сам по себе гнусавый человек. Где моя машина? У нас же сейчас прыжок, да? У нас прыжок, да. Ты можно я зачитаю рэп про свою тачку? У меня этих машин 4, я понял. 74. У меня их 4. Спасибо за подсказку. Можно сказать тебе, блядь, рассказывать, нет? Ща, можно я нос закапаю? Только пожалуйста. Ты я вообще... не отходил просто. Ты что, охуел, что ли, я не понял? Не, ну можно? Нет. Ну, пожалуйста. Ребят, ну, давайте какой-нибудь хэштег, вот сами придумайте. Я болею просто. Просто больной Фреш заебал, вот просто. Ты меня... Я вообще мог не приходить, а я вообще-то болею, встал. Встал, да, блядь? Вылез. Встал, ага. Встал он, блядь. Чего? Ничего, ёпта. Давай, готов? Можно нос закапать? Бля, как ты заебал меня уже, а? Я, кстати, прыжок нашел в пиздатый. Ясно, спасибо. Спасибо, давай, читай рэп. Читаю? Я не буду рэп, все, ты отказался? Я болею. Ага. Готов? Ты мне не даешь носик закапать. Можно нос закапать? Да закапывай ты уже, заебал! Спасибо, Санечка. Ты заебал, ты типа опять джойстик отложил, опять меня слушал. Ребят, он, блядь, я не понял, в своем уме вообще, нет? То есть ты решил, мало того, что ты, блядь, мы записываем, вот, ребят, 19:46, точное время, видно, да? Это вот сегодня, 14 ноября. Мало того, что мне нужно еще оформить эту серию, выложить ее сегодня, он еще, блядь, время тянет. Чем дольше идет серия, тем больше она рендерится, как говорится, но... Не, я не против посмотреть на свой, так сказать, Форд, который у меня, блядь, пиздатый, или еще там, Форд назвал, да, Форд? Да я все слышал, ты. Форд пиздатый свой, да. Ну что, готов? Я все слышал, я не отходил. Так можешь закапать? Значит, у меня тачка так скажем, слушай, года, ну прям вот знаешь... Хэштег Санёк не дает вылететь. 70-е, 80-е, вот, значит, тачка подходит, ну блин, погонять для, там, по пересечёночке, то есть сейчас, конечно, экземпляры такие не найти, салоны у нас есть, такие машины ты, скорее всего, не видел вообще никогда вживую, есть буква, так, что я там говорил, Форд? R. Ема, у меня монстр. Ну пускай будет Форд, лол. А, салоны, стоп, есть? Да. А, ну пускай будет Форд, ладно. Форд. Короче, смотри, у меня... Чего? Форд? Да. Окей. Ты где? Короче, смотри. Блин, я не знаю, как назвать это. Ну типа, а, ну как называется. Ладно, короче, смотри, салоны есть. Именно только другой модели. Она похожа на ту модель, которую ты знаешь, и у которой у нас есть салоны, но именно этой у нас нет салонов. Эту машину можно купить у коллекционера. Машина где-то, ну, того века, не нашего. Блять, я тебе сказал, что 70-е, 80-е даже. Ты заебал меня уже. Я тебе говорю, блять, год... Окей, 30-е, 50-е. Чё, Ликей? 30-е, 50-е. Хорошо. Машина, ну, для драга можно ее сделать, я... только для драга, да, подойдет. Есть буква L. Что, блядь? Я хотел подсказать, что-то Ягуар какой-нибудь старый, потом думал Меркури. Да, да, Лагуар. Ну, я не знаю, Линкольн только, блядь, подходит. L, Кадиллак. Или Линкольн. Лексус, не, Лексус, какой Лексус? Кадиллак, Линкольн. Я сказал, эта машина похожа на ту машину, которую ты знаешь, на марку. Но именно на марку, то есть это, грубо говоря, как типа Honda и Acura. На модель. Там. Ну, типа того, да. Только этой машины уже марки нету, я думаю. Chevrolet. Ну, точно не знаю. 30-е, 50-е, что, блядь? Там же не так много машин. Ну, давай, только, блин, посмотри, сука, в салон. Не, я не буду. Ну, давай, пусть будет, я не знаю, мне просто... А тут есть Линкольны вообще? Я твою 12-перстную. А ты можешь сказать, тут есть Линкольны? Не знаю, я не смотрел.
Мне кажется, их тут нет просто. Пусть будет Шевроле, короче, я не буду выебываться. Подожди, стой, блять, стой, подожди, ты салон-то не сказал, есть? Я сказал, у другой модели есть, а но этих у этой нет. Нету. А, ну тогда Линкольн пусть будет. Я не знаю, у меня больше ничего не приходит в голову. А, телепортируйся на меня, я на прыжке уже тут готов, я не тренировался. Так, а где ты? А, посередине ровно, вот тут кратер этот ебаный. Давай. Я думаю, что с одной попытки, с одного разгона мы как поедем, как помчимся на оленях утром ранним, блядь. Ну чё, доставай свой Линкольн, которого здесь нет, блядь. А где? Ну ёпта, посередине, ну ты слепой, что ли, я не понимаю. А, во, вижу. Да ну, ты зелененький, тебя не видно. Зеленый как раз таки. Так, ну давай, я готов видеть твой Линкольн. Ты чё сказал, Форд? Да. Так, ну-ка. Акура, шмакура. Какая? У меня? Да, наверное. Ну чё? Что это такое? Подожди, это же джип. Это не джип. Джип Вилли... Нет. Виллис. Он называется Виллис. Ну, это джип. Нет. Джип Виллис это. Почему? Смотри, я заходил в марку джип, его не было. Заходишь в Виллис, он есть. Значит, это Виллис. Я типа не знал, какую тебе букву подсказывать, потому что я думал, что типа джип. Но когда я ее выбирал, в джипе там ее не было. Я тебе могу даже потом скрин не показать. Знаю, просто с детства знаю, мне еще дед рассказывал про эту военную тачку, что это да, джип. Да, типа я ее считал, типа, ну, я думал, это типа Вранглера. Я тебе могу скрин показать. Виллис, я знаю, что Виллис, я тебе первый даже назвал, просто как бы это всегда был джипом, джип Виллис, я понимаю. Ну ладно, похуй, раз в игре так, то окей. Да, то есть в игре это Виллис. Я тебе скину скрин на всякий случай, чтобы ты вставь, только, пожалуйста, не забудь, а то будут мне писать то, я что... Я потом сейчас чекну сам в автосалоне. А, у тебя есть Виллис, джип? А что, в автосалоне же продается. А это что, Форд? Да. А, ну ладно, спасибо. Я тебя хотел затроллить, блядь, дебил. Сука, ладно, я поехал прыгать. 1-0? Хуя ты там разъебал что-то, блядь. Блядь, а почему форсит это Виллис? Я без понятия. Я сначала думал тебе как джип давать подсказку. Но не стал, потому что здесь он как Виллис идет из-за этого. Давай, блядь! Одна попытка, если что. В смысле херали, алё. Ну так просто. Все, я прыгнул. Ебать, запаска отлетела. Все, я запомнил. Давай, малыш, давай, я жду тебя. Ну, блядь, сейчас, стой, хочу тебя снять. А, блядь, где ты там? Ебать, нихуя себе! Че, пацаны? 324-24. Сука, 320, блядь, сука, нахуй, пидор! 2-0, лол. Я ж правильно запомнил, я надеюсь, я... Говнюк. Все, я камбэчу, пацаны, я камбэчу. Переходим в фестиваль. А я как раз сейчас посмотрю, как раз Виллис, то, что ребятам. Да, покажу. да, кстати. Автосалон, так, Виллис, сам концерт. 2-0. Да какого хуя, это же джип Виллис, ну ебаный. Видишь, Виллис называется, видишь, подожди, значит, я еще не дошел, что ты, блядь, тоже. Тут машина, знаешь, сколько листать? Так, что у нас сейчас? Алло. Выбирай сам, можно гонку. Что у нас там, гонка, либо и что у нас еще? Брак. Что-то? А, в натуре они как... А что такое... Вообще-то как бы. Чего? Бля, ну тут спорная хуйня. Он почему-то как... В вот. Джипе ее нету, он есть Виллис. Но у него идет название Виллис джип потом. Типа я не знал, какую тебе марку давать подсказку, поэтому я типа... Как по игре судить то, что у меня в гараже он идет как Виллис, это отдельная модельная марка. Короче, ребят, напишите, что это за пиздец, это реально. Причем на, тут крупным шрифтом, курсивом выделено джип, но при этом тачка находится Виллис, то есть как название да, модели. Да. Поэтому я и дал такую подсказку. Ну, как обычно, будет меня обвинять, это 100%? Это... Да нет, я на самом деле, нет, я, ну, больше Форзу согласен обвинить, потому что, ну, это бред, блядь, какой-то. А если бы ты не знал, что это джип, Виллис, может, ты подумал, что джип просто как, типа, название джип. Ну, типа, не нет. Как марка, а как, это просто нет. Это есть джип, короче, в пизду, ладно, уже все, что, выпало. Давай драк. Драк? Блядь, да. Ну, окей, давай. Так, а что мне выпало-то? У меня выпало говно какое-то там. Не, у меня там хорошенькое выпало. А, не, у меня выпало... Так. Подождите, ребят, сейчас я на всякий случай. Что-то у меня сегодня мозги не варят, блядь. Так, а, даже так? Ну, слушайте, я думаю, что... Я тебя нахну и в драге сейчас. Вот это, наверное, для гонки или нет? Или вот это для гонки? Мне сейчас надо очень хорошо подумать. Не, наверное, тот для гонки, да. Это для драга. Ну чё, называй первый про тачку свою, рассказывай. Сейчас я её найду. Так, Mercedes. Так. Короче, машина офигенная. Салоны. Сейчас посмотрю. Салонов у нас нету, но её можно бы уж найти и купить, эту машину.
Такую машину ты не часто встретишь, но она была в каком-то фильме. Я уже точно не помню название, но такой раскраски, который у меня, она была в фильме. Еще есть такие похожие, ну типа, как это, Pro Street. И есть NFS, и там она есть. А, машина подходит для драга. Машина, ну, где-то 50-е, 70-е года. Я думаю... Pro Street есть эта тачка? Да. А, я думаю, ты бы хотел на ней прокатиться. Ну, уже от, так сказать, сделанной. И какой-нибудь, типа, там мотор стоял бы клёвый, мощный, типа. А поколений несколько, да, у этих машин? А вот это я уже не знаю. Да? Да. Не знаешь или не хочешь говорить? Не знаю. Вот это я точно не знаю. Точно не знаешь? Да, точно не знаю. Так, ну. Ну и есть буква... Си. Ну вот это как русская С. Так. Pontiac. Plymouth нет. Шевроле. Форд нет. Додж нет. Шевроле. Блядь, Шевроле или Pontiac? Pontiac GTO, типа, старый. Ну, есть новый, ты же знаешь это, наверное. Ладно, пусть будет Pontiac. Может, ты забыл про GTO с нового поколения. Пусть будет Pontiac, да. Ебо, окей. И, кстати, да, друзья, еще забыл совершенно сказать. Многие говорили, чтобы мы называли не марку, подсказку, а буковку в модели. Мы попробуем это в следующий раз. Это как понять модели? Ну, то есть, например, тебе выпал Pontiac GTO. Ты называешь букву из GTO. То есть там Т. Типа. То есть это прям практически нереально становится угадать. А, ну да. Так, ладно, моя машина. Моя машина прямо сейчас продается в салоне. Ну, возможно, на заказ у нас можно купить. Скорее всего, может быть, если есть наличие, можно достать. Салоны есть в Питере, не только. А, ну, по крайней мере, блин, мне кажется, что... Сейчас, подожди, я просто с настройками ебусь. Смотрю, какие... Блять, вот это все-таки... Хоть это по мощности больше, но вот это вот, ребят, я вот это возьму. Вот это. Так, значит, салоны есть, купить можно, возможно, под заказ. Может быть, если за наличие есть, то в наличии. Ты, скорее всего, видел. Тачка, ну, типа, блин, прикольная так для пацана там покататься. Да и не только для пацана. Для трека прикольный, подрифтить можно. Плюс у нее есть похожие тачки. Даже несколько. То есть прям вообще похожие. Вот. Блин, хочу тебе еще дать подсказку-то. Есть буква... Так. Пусть будет буква R. Ну, она прям реально современная такая. Ну, типа, вот десятилетие вот это вот. Даже меньше, 5-10. А салонов очень много? Ну, немного, но есть. Не сказать, что прям, блядь, как Hyundai. Ну, типа, нормально. Парочка точно есть. Пару-тройку, наверное. Парочка точно, я знаю. Так, я пока внешку сделаю. Да, еще тачка подходит. Типа, ну, можно там снежкой прикольно что-то делать, наверное. Ну, не наверное, а можно. Что-то мне хочется назвать какой-нибудь, типа, Мерин и Porsche. Но Мерседесов салонов, типа, я знаю много относительно. А вот у Porsche я только два знаю салона. И то, второй под сомнением, не точно. Я скажу так, если сравнивать, типа, драг и дрифт, конечно, эта тачка подходит больше для драга. Ой, фу, для дрифта, наоборот, для дрифта, конечно. Для драга, ну, типа, такое вообще, ее не используют для драга. То есть, прям вот дрифт, да, где-то даже на них выступают. На этих машинах. Прям. Ты ее сделал уже? Ну, сейчас убираю раскраску. Просто, чтобы это, назвать и это, и сделать тебя лидером. Так, похуй, пусть будет вот это, я не знаю. Я не знаю, ну пускай будет, короче... А, еще и Шевроле, ну не так много. Блин, пускай будет Мерседес либо Порш сейчас. Интересно, выходи на букву С. Порш, пускай будет. Порш. Значит, да. Я сказал Pontiac, сказал Порш, окей. Да. Так, ты меня лидером будешь делать? Да. Сейчас увидишь. Нет, кстати, нет твоего названия. Названия тоже нет? А почему, да, кстати, так? Да, у меня тачка под дрифт раскраску, но это. Так, я телепортируюсь. Где драг? Драг. Так, значит, Pontiac, блин, какая вероятность? Пока 2-0. Мне надо угадывать и тащить. Но вот вряд ли я тебя сделаю, кстати, потому что с настройками такая беда. Там, типа, было по мощности больше, но скорость, типа, вообще отвратительная. Поэтому я выбрал полоску скорости.
Так. Ну, максималка, которая, типа, да? Ну, не совсем. Там вообще было что-то сложно с настройкой. Ну, потому что тачку реально никто не использует для драга. Но я тебя надеюсь, что я тебя выебу это самое. На... Не, у меня для драга подходит машина. Ну, у тебя какой-то этот... Блин, Pontiac... Я вот сейчас даже подумаю. Pontiac... Чё ещё могу... А, стык. Так, чё ты ржёшь? Блядь, Pontiac... Ты мне какую букву назвал? Я Си назвал. Да, Chevrolet либо Pontiac. Мне вообще больше в голову. Ну, Mercedes нет. Типа старая. Из... Да и салонов я сказал, что нету. Ну, да, Pontiac только ну, подходит. Ну, типа, да, Chevrolet не подходит, да, Pontiac подходит. Ну, ещё есть машины. Ну, это специально, да? Что там, блядь, у тебя? Ещё есть в этом? McLaren, блядь, какой-нибудь? Ну, какая разница? Сейчас увидишь. А у меня в итоге... Yes! GTO, бля, пацаны, да. Вот это сильно, вот это прям, вот, блядь, да. Жалко, блин, не ввели 2 балла, это было красиво. Субару, блин, я про Субару вообще забыл. Блин, ну учитывая, что маслкары тащат, ты понимаешь, да, как бы? Ну я ее на максималку сделал, она у меня на ускорение 10, а и максималка у нее 9 с копейками, она прям лютая. У меня то же самое. А, да, так, ну, поехали. Ну у тебя машина типа легче. Не, да у тебя вы... А, ну вот да, у меня она раздувается. Блять, да. Сука! Ну, кстати, опять близко довольно. Ну чё, 3-1, пацаны. Бля, жалко тебя, вот сейчас... Блин, ну чё такое? Ну, я надеюсь, что в гонке, блин, или всё-таки надо было, может, вот... А-а-а, сука! Чтобы тебе затащить, чтобы была ничья, ты должен угадать мою машину и выиграть гонку. Да, 3-1. Блять, мы чё, будем чередоваться на этой неделе? То ты, то я выигрываешь? Депчик. Опа. Видал, какой я модный. Хоть здесь, хоть в этой игре я худой. Ты сейчас, а, типа, ты думаешь, ребята знают, что 300 килограмм есть? Ты чё? Вырежем. Ребята, если чё, фреш выглядит как просто пятно, блядь. Если ты не вырежешь, я тебя вырежу, понял? А лицо у него, он такой, у него тёмненькие волосы, длинные. Ещё он носит тёмные очки постоянно, потому что у него глаза опухли. А еще волосы у него маленькие, губы такие маленькие тоже. Лицо огромное такое. А у тебя писюн маленький, понял? Спалил фреш, я так и назову серию. Так реально, что я про тебя все рассказал. Так, что у нас? Драйв, дрейд, гонка? Правдивое из этого, ну ладно. Че? Если бы из этого что-нибудь было правдивое. Я голубоглазый блондинчик. Ну да, блядь. Именно такой-то и есть. Так. Тоболь в Питере. Чё? Соболев в Питере. Это к чему? Янго тоже. Поехали тусить. Погнали. Наконец-то с нашими братанами, да, затусим? Да. Так, короче, рассказывайте про следующую машину. Ну, я загружаюсь, погоди. Да мне похуй вообще. Так, ребят, я надеюсь, это не ошибка. Ну, у меня, я сразу скажу, у меня тачки не имбовые, нихуя. Ошибка вообще. Появление на этот цвет. Ой. Чего? Зафига на это заткнулся в этот момент. Чё? А я у тебя в сессии? Чё, какая ошибка? А, я не у тебя в сессии. Да в смысле не у меня? Ты так все время говоришь, потом ты коннектишься в итоге. А, во, приконнектился. Я твой рот е... Чё ты меня так не любишь? Ребята, чё он меня оскорбляет? То иди на, то... Нихера себе! Какую единал? Я тебя единалом ни разу не называл. Чё, единам? Единалом не называл. Единалом? Каким единалом? Бля, чё по приводу вообще? Чё? Бля, у меня проблема. Давай переднеприводные машины хотя бы раз купим для гонки, вот чисто по приколу. Нет, не будем. Мы уже гоняли, ничего, когда нам выпадало то, что типа по факту. Блять, как мне... Ну это полный пиздец. Так, мои машины, так, ну все, ты сейчас охренеешь. Галка, ты сейчас охренеешь. Ну что, кто рассказывает про машину-то? Блять, что делать-то? Давай ты, потому что я задолбаюсь свою искать, где она? 4. Да, это. Может, начнешь рассказывать? Сейчас, подожди, я потерял. Блядь, где он? 904, вот этого, да? О, я надеюсь, что это, блядь, нормально. Так, моя машина. Салонов, насколько я знаю, никогда не было. Вот не буду говорить про Россию, в Питере точно. Вот, кстати, реально никогда не интересовался, но мне кажется, в Москве тоже нет. А может быть, есть, блядь, боюсь обмануть на самом деле. Мне кажется, что нет почему-то в Москве их тоже. Тачка, в принципе, ну... По-своему уникально, есть некоторые модели, типа, которые были в НФС-ках, типа, то есть в гонках, в принципе, встречаются, по-своему, ну, кое-чем там, типа, известно и интересно. Конкретно эта машина начала 10-х годов, мне не нравится, честно говоря, именно вот эта модель. Есть другие модели у этой марки, которые больше мне нравятся, честно, если уж прям так говорить.
Для гонок подходит, для обычных, так скажем, по треку, там, по какой-то трассе, но не для бездорожья, не для драга, не для дрифта, хотя дрифт, в принципе, допустим. Вот, ну, я думаю, тебе тоже она не особо нравится. Есть буква S. Как, ну, не русская. Нет. Такая загогулинка, не C. Да, S именно. А салона много есть? Я же говорю, нет, по-моему, вообще нет в России. А, нихера себе. Так. Блин, сука, Seat хочу назвать. Seat же... Не, ну Seat у нас был салон. Он ушел, как и Fiat. Типа... Чё ты ещё сказал? Хуя тебя там плющит, блядь. Чё, пацаны, полиция? Такое, блядь. Короче, пофиг, не хочу я красить ни во что. Давайте посмотрим, какие цвета родные есть. Макларен. Блин, давайте пока свою расскажу, короче. Давай. А ты запомнишь потом? Ну, я помню то, что ты сказал, S, типа, салонов нету, можно, типа, можно встретить ее еще раз? Нет, очень редко. Короче, я понял, что редкая машина. Короче, ладно, я тебе скажу мою машину. Моя машина легенда, кое-чем известна, я думаю, ты даже, ну, знаешь, я не буду говорить, потому что сразу поймешь. Ну, хотя, может, и не факт, что ты поймешь. А салонов, вот, кстати, говорить, типа, есть, нету. Нет, нету салонов. Вот этих салонов у нас нету. В Питере или в России? Вообще в России. Ну, блин, можно сейчас загуглю на самом деле? Ну, что загуглю, да, конечно. Я пока там это... Я чувствую, это будет очень уебанская гонка. Ну ладно. Ты помнишь, да, привод оставляю? Да. Бля. У него передача длинная. Салоны. Нихуя мне тачку, прикинь. Вилспин мне дал тачку с пробегом 1659 километров. Я тебе серьезно отвечаю. Ребят, смотрите. Пиздец. Чё, нормально вообще, нет? Стоп, а я посмотрю сейчас. Чё? Галк, у меня здесь прибыт. Ты уже сделал свою? Блядь, да. Ну она такая, конечно. Я тестирую. Ну так чё вот так по салонам? А ты как бы гуглить-то это? Ну я написал название салона, типа автосалоны в России. Дилеров в России ноль. А салонов нету. Понял. Так, ну... Машина кое-чем известная, даже есть ее похожий собрат, тоже кое-чем известный, только другой марки. Я думаю, ты ее знаешь даже. Потом, что тебе сказать... Прям собрат, это... похожий или в смысле? Ну, похожий по форме. Потом, эта машина подходит для гонки. Ее можно сделать типа скоростные гонки, там, ну дрифт, ну хз, на самом деле, драг, ну тоже дело такое себе. Есть буква N, английская N, не H, а N. Так, Nissan, ну Nissan и есть салоны, так. Так, у тебя буква S. Renault есть. Так, подожди, это интересно. Надо подумать хорошо, особенно мне. N. McLaren. Ты типа мог загуглить наконец-таки наверняка что-то, ну. Подожди, а мне эта машина. Ну, машина вообще ее встретить нельзя, да, в городе так прям? Ну, блин, я думаю, одну, там, две, в Питере, может вот быть, так. Есть. В Питере точно не буду говорить. В смысле не будешь говорить? Ну, я не знаю, потому что. Ну ты встречал вообще ее? Нет. Тогда Макларен, в принципе, подходит. А у тебя, стой, машина такая старая, не старая? Не-не, современная, я сказал, там, 10-е годы, грубо говоря. Так, а у тебя, подожди, машина, кстати. Ну, у меня, ну, относительно такая, начало... А, не, какое начало, ё-ма. Короче, 92-тысячные. Блять. Так. Ноубл... Что за машина? Ноубл, который мне выпадал в прошлый раз. А тебе нравится? Ну, я бы прокатил. Подожди, в играх она была вообще? Там в НФС? Точно говорю, вроде бы нет, но точно говорить не буду. Бля, а короче, я скажу Ноубл, ты как-то, блядь, сейчас немножко это, либо наоборот, ну, реально, типа, не понял, что я сказал, либо ты специально меня... Не, я Ноубл реально хз. Пусть будет Ноубл. Окей. Салона, типа, ты как раз прогуглил, мало ли, ты не знал.
Так, ты в итоге что называешь? Давай быстрее, тут думаешь больше. Короче, я думаю, у тебя Aston Martin какой-нибудь новый, типа, талонов типа мало их. Все, а стоп, талонов много? Нет. А, ну Aston Martin. По-моему, их вообще нет. Ну, Aston Martin салон я вроде бы... Ну, Aston Martin ты назвал уже или что? Да, пускай будет Aston Martin. Сейчас давай. Так, а, блядь, какую гонку-то выбирай? Это опять недоступно. Да еб твою нуля. Может, какое-нибудь кольцо, блядь? Блядь? Или такое? А ты чё, прямик, у тебя чё, мощная тачка, что ли? Не, я ничего не хочу. Выбирай ты, только нормально чё-нибудь. Да выбери какую-нибудь в городе гонку, вон, справа, вот этот Эдинбург. Здесь какую-нибудь гонку. Спринт по Эдинбургу, как раз по всему городу. Норм? Ну, пускай будет, чё, мне без разницы. Я её даже не катал. Так, значит, ты сказал... Aston Martin, я сказал, блядь, кстати, да. Aston Martin бы подошел, блядь, к тебе тоже, а я что-то про него забыл. Ладно, ну я думаю, что не угадал Noble, хотя, блядь, если я угадал, это будет, ребят, вы сами понимаете, какой пиздец. Так, создать схему, anything goals. Блин, у нас, кстати, ребят, напишите в комментарии, как вам то, что у нас гонки разные постоянно. Так даже может быть прикольнее или нет? Что думаешь? Такое? Ты создал? Лето, полдень, кто ясно. Кто создал тебя такую? Все я целую. Давай. Подожди, полдень, ясно, плавающее, нет, фиксированное. Только без ботов, плиз. Без ботов, плес. Все, создал. Так, значит, ребят. Пишите в комментариях, вот прямо сейчас поставьте на паузу, кто из нас вы... А, ну я так, типа, если он не угадал машину, потому что он не угадал, ну ладно. Блядь, если это Noble... Да это не Noble, ты не угадал. Да я тебе не верю вообще, ты очень странный. Нет, пацан. Я не угадал. А Noble какого привода? Заднего. А, у меня полный. Тогда это не Макларен и не Aston Martin. Ну а я тебе, ты же привод меня не спрашивал, какой у меня. Да, полный? Не, серьезно-то? Да блять, да. Ты можешь обманывать. Я тебе сказал, машина легендарная. И кое-что. Ланча, ёбаный в рот. Пиздец, ну с победой тебя чё. А у тебя чё? Лотус? Да. Блин. Ну слушай, ты загуглил ланчо, ты серьезно, блядь? Чё? Ты загуглил ланчо? Да, я потому что не знал, есть. Я ее перепутал с дача, или как она, дача, или что там? Дача, да, дача. Дача вообще. Она похожа, она по модели на Audi какую там. Короче, тоже брали. Кватро? Ну да. Блин, а у тебя. Если ты меня еще выиграешь. Подожди, тихо. Ну блин, ты можешь выиграть у меня. Ну, блядь, по городу. Ты, кстати, хитрый жук, блядь. Пацаны, это, блядь, потная гонка, которая вряд ли что-то... Блядь, нихуя себе её закинул! Ты видел это? Да, блядь, я прям назад посмотрел. А тут от мощности вообще смысла ноль, блядь. Ну, потому что она не цепляется. По городу. Да ты, блин, жук, реально, ты специально сказал по городу. Мне без разницы было, типа. Ага. А я думал сказать, что типа легенда ралли, но не стал, потому что ты бы сразу догадался. Нет, вообще в голову бы не пришло никак в жизни. Серьезно? Я вообще забыл, что она тут есть. Серьезно? Блять, ну пиздец. Ну я все равно проебал, только не хочется как бы 4-1, хочется хотя бы 3-2. Ну хочешь, могу притормозить. Не надо мне ничего притормаживать, слышишь, блядь? А, подачку тебе кинуть, как. Ну ладно. Блин, нихуя не рулится. Блин, ну я сейчас уберусь. У меня, кстати, не хватает чуть рулежки моей машине. Ага. У меня не хватает ничего в моей машине, сразу скажу. Ну, это Lotus, что сказать. Блин, ну слушай, нормально, у меня тачка едет более-менее. Я чуть не срезал. Чё? Я чуть не срезал, говорю там. А, потом прикольно. Не, ну вот то, что джип вот этот Виллис, ну это такое себе на самом деле было, спорная херня на самом деле. Ну да. И типа я не знаю... Да я даже вроде... в гонке-то не выигрываю, тут как бы, ладно, было бы сейчас спорно, если бы я тебя хотя бы в гонке выиграл, потому что было бы ты... Очень вот здесь ты можешь машина. По круговому красиво сейчас пройти. Давай, ага. Сделай хотя бы красиво. Давай, ладно. Я боком все это время иду. Ни хера себе. Тихо. Я даже притормозил чуть посмотреть. Ну, да, не... кстати, прикольно. Ну чего прикольного-то, блядь? Ну ты бачком навалил. Я еще и сюда перекладку взял. Я до сих пор дрифчу, если что. До сих пор. Всё, блин, она вообще не поворачивает у меня. Пожалуйста, не говори мне ничего, потому что у меня и хуево туча мощности на задний привод, на легкую тачку. Блин, капец, у меня машина говно на самом деле. Угу. Ну, идеально для нашего трека точно. Ну, за счет того, что у нее ускорение, разгон десятка и типа. Бля, я думал, она будет лучше. 9. В городе. Я согласился так, потому что. Да не, я тебя даже не догоню, я тебя очень далеко отпустил.
Да, ты меня отпускаешь? Спасибо. 4-1, пацаны. По-моему, я так, кстати, не въебывал крупно. Или въебывал? Вроде бы было 4-1. Как раз таки недавно. Блять, это пи... Не, это пиздец, пацаны. Это самое, наверное, худшее. Это типа ультимы, короче, по управлению. Ой, ультима, так я помню, как ты горел с ультимы-то, а. А, ну, у тебя ребят... 935, класс, ничего себе. Так я тебе говорю, так мощности дохуя, понтов нихуя. Ребят, ну что, пока у нас в общей недельной таблице 2-1, фреш ведет, да, и, в общем-то, да, завтра, да, мне надо по-любому сравнивать, так что, друзья, спасибо всем за просмотр, подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк, всем понравилась серия, комментируйте, и увидимся уже завтра, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока. Пока-пока.